Ежедневно в Кустанайский центр оперативного управления каждому его сотруднику поступает от 140 до 160 сообщений, а в общем до 500, причем как информирующих о происшествиях, так и справочных и консультационных. К звонкам в полицию по стационарным и мобильным телефонам теперь, как способ обращения и общения, добавился еще один. Для этого нужно использовать смартфон. На него через доступный интернет-магазин необходимо скачать приложение с простым названием 102, которое по сути является мессенджером, только узкой направленности. С помощью разработанного приложения каждый житель города может сообщить информацию о готовящемся либо совершенном правонарушении, либо преступлении. Может подать сообщение, связаться с оператором 102 путем аудио либо видеозвонка. И также можно отправить короткое сообщение, видео или что-то такое, да? Вы можете в реальном времени снимать правонарушение, преступление и передавать информацию. Автоматически определяется и местоположение гражданина, который обращается в полицию. По трансляции с места событий дежурный оператор ЦОУ может реально оценить ситуацию. Каждая информация, поступающая в Центр оперативного управления, незамедлительно регистрируется. В аппаратно-программном комплексе передается дежурным для оказания незамедлительного реагирования ближайших нарядов полиции. В настоящее время в Центре оперативного управления разработано, установлено 4 рабочих места для работы в этом направлении. На полдень 2 февраля к кустанайским дежурным инспекторам, отвечающим за обратную связь с пользователями приложения 102, обращение не поступало. Сами полицейские считают данную программу очень интеллектуальной. Не обязательно. Регистрация есть в самом приложении. Если кто-то вот уже скачал себе, то видно, что может нажать кнопку «СОС», и незамедлительно она будет соединяться с нами. То есть мы будем уже видеть видеозвонок, можем разговаривать с человеком, он останется, ну как бы все равно видимый для нас. На карте с помощью геолокации, то есть мы все равно абонента будем видеть, где он находится, связаться с ним сможем. Заявивший в полицию человек может даже увидеть через приложение, сколько нарядов полиции и с какой скоростью приближаются к нему. Ранее глава МВД отмечал, что программа разработана, чтобы полицейские более оперативно могли реагировать на происшествия и сообщения граждан. Всего по Казахстану к этому моменту, по некоторым данным, приложение скачали всего несколько тысяч человек. Аспан Кокимжанов, Виталий Луговской, РТН.